Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса, 11 августа». Ситуация обостряется. Оккупанты попали неподалеку от первого энергоблока на Запорожской атомной электростанции. Сообщают о том, что российские военные продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Захватчики снова стреляли по территории атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока. Об этом сообщает «Энергоатом». Россияне повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировали обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков. Ранее по Запорожской атомной электростанции было зафиксировано 10 прилетов. Хотел бы напомнить, что еще 8 августа командующий российским гарнизоном на Запорожской атомной электростанции заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция будет российской или ничьей. Он добавил, что российские военные готовы к последствиям этого шага. Вот такая, друзья, информация. Как видим, не прекращаются события на Запорожской атомной электростанции. К чему это приведет, неизвестно. Я на связи. До встречи в новых видео. Всем пока.